Так, значит, имеем китайский телефон Кубот. Пришел в такой коробочке. Вот. Блок питания. Это же шнур для зарядки и передачи данных непосредственно на компьютер. Это от сети. Quick Start. Потом бонус — задняя крышечка. Пленка защитная, которую я не смог наклеить. Наушники я сразу выкину, потому что оригинал HTC, который я пробовал, намного лучше играть. Правда, там надо держать, удерживать кнопку, чтобы звук шел. А эти включаются, вводим графический ключ. Вот сам телефончик. Так. Хопс. Галереи, например. Что видно, розовая точка посередине, то есть на всех фотографиях розовая точка. То есть две вещи пока в этом телефоне. Не нравится. Это значит, оригинальные наушники. Не сказать, что дерьмо, ну, дребедень конкретная. Низкие частоты где-то на 300 или 500 Гц срезаются. И камера с каким-то розовым пятном посередине. А так, Bluetooth, GPS, Wi-Fi, все работает чики-пыки. Аккумулятор держит очень хорошо, если не нагружать сильно просмотром видео с YouTube, GPS-ником, то 5 дней свободно держит. Ну и все.